И только что стало известно, челябинский трактор заключил новый контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Андреем Первышиным. Дебютировать он может уже в пятницу в матче с Акбарсом. Подробности читайте на нашем сайте 1obl.ru. Одной детской книгой на татарском языке стало больше. В Челябинске опубликовали стихи южноуральского поэта Басыра Арафикова. Книга вышла в просветительской серии «Мир через литературу» благодаря поддержке Конгресса татар Челябинской области. Эта книга – свидетельство того, что успех – неизменный спутник людей, относящихся к делу с любовью. Воспоминания об утраченном детстве, теплые чувства к малой родине и, конечно, жажда творчества. Об этом здесь написано даже между строк. Мне хотелось бы, чтобы эта книжка жила в каждом доме, в каждом добром доме, чтобы она была той книгой, которую передают из поколения в поколение, потому что стихи написаны с любовью. Книга известного южноуральского поэта Басыра Арафикова появилась на свет благодаря Конгрессу татар Челябинской области. Иллюстраторы искали долго, в итоге работу доверили молодой художнице Ирине Проскуряковой. Ей удалось передать то удивительное настроение, которым пронизана каждая стихотворная строка. Ветерок чуть свет проснулся, и волос твоих коснулся. Их погладил, будто мама, предрассветный, нежный сам. Сборник стихов для детей на двух языках, русском и татарском, на Южном Урале издан впервые. Это продолжение большого проекта Конгресса татар «Мир глазами художника». А еще подарок поэту к юбилею. В нынешнем году ему исполнится 95 лет. Лучезарная книжка получилась, с веселыми, задорными глазами ребятишек, взрослых людей, с добротой, искренностью именно национального колорита. Первый авторский экземпляр Лена Колесникова отвезла поэту в Троицк. Он заверил, что стихи еще обязательно будут, ведь искренне и по-детски радоваться миру вокруг можно в любом возрасте. Он это точно знает.